Такие удивительные текстуры, ребят. И одно свойство, которое бы хотелось еще рассказать, это связано с солью. Соль земли, суть земли, главное вещество, которое сопровождает нас уже не одно тысячелетие, позволяет не только консервировать эти вещи. Необычным свойством соли очищают помещения, как прогоняют нежелательные какие-то плотные энергии. Всевозможные силы уходят от соленых каких-то элементов. Соль как раз позволяет это все выносить за пределы, что называется, того места, где идет воздействие солевое. Соль земли как раз связана именно с тем очищающим моментом, который можно назвать и обережным. Оберегает пространство, оберегает какие-то наши места, в которых мы работаем и развиваемся. Соль в этом плане можно назвать магическим элементом, который действительно обладает прекрасными свойствами очищения.